Пожалуй, любой знаток отечественного кино знает, кто такой Шакен Найманов. Актеры называют его прародителем казахской киноиндустрии, который приложил руку к созданию многих шедевральных картин, таких как «Дочь степей», «Наш милый доктор», «Безбородый амбарманщик», «Ангел в тюбетейке» и других. По сей день его труды радуют любители кино. Сегодня в областной детской библиотеке имени Нурписа Байганина прошел арт-час «Казах киносын сянлага», посвященный 110-летию со дня рождения Шакена Айманова. В мероприятии приняли участие почетные ветераны областного драматического театра имени Тахауи Ахтанова, Макзон Бакытжанов, Шалкия Оганбайкызы, продюсер киностудии «Батысфильм» Султанов Кайрат и режиссер Тлюжан Данияр. Гости мероприятия отметили, что спустя много лет каждое слово, каждое воспоминание Шакена Айманова по-прежнему является примером для нынешнего поколения, и каждый человек искусства может привить все профессиональные качества Шакена Айманова. Актюбинские школьники и студенты сегодня исполнили песни и стихи. В числе почетных гостей были актеры драмтеатра имени Тахауи Ахтанова и работники местных творческих студий. В рамках мероприятия была организована книжная выставка о кино, которая рассказывала читателям об истории зарождения фильмов. Тамирис Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».